Вячеслав Ткаченко – глава многодетного семейства, которому положен земельный участок. Заветные 10 соток выдали в 20 километрах от дома в Покровском. Кругом лес, поют птички. Жить да радоваться. Именно здесь 61 одинцовская многодетная семья получила свой земельный участок. Но так только кажется. На самом деле под ногами болото. Вот там где-то вдали очистные сооружения. Еще ни один дом здесь не был построен. Виной всему очистные сооружения, расположенные неподалеку, это наследство Министерства обороны. Долгое время они были фактически заброшены и затапливали прилегающую территорию. Земля находится на территории, грубо говоря, заброшенного стратегического объекта. Это очистные сооружения, где регулярно происходит сброс нечистот, ну и они постоянно топят наш участок. Не так давно у очистных сооружений появился хозяин — Одинцовская теплосеть. Первым делом после обращения многодетных собственников участков он принял меры для устранения коммунальной аварии. Для того, чтобы локализовать данную ситуацию, мы пробили отверстие в камере гашения и стоки направили в емкостное сооружение, которое находится от меня справа. Участки затапливало очень давно, никто не жаловался, но когда появился хозяин Одинцовской теплосети, люди решили обратиться. Они сделали совершенно правильно, и мы отреагировали на это. Теперь, по словам представителя теплосети, стоки не поступают на земельные участки. Территорию для дезинфекции обработали хлорной известью. Работа по восстановлению очистных сооружений продолжится. В ближайшее время мы намерены установить ограждение данной территории. Дальше мы хотим сформировать программу и подать заявку в федеральную программу по восстановлению военных городков Московской области. Ситуация с участками для многодетных семей в Покровском теперь на контроле у членов Общественной палаты Одинцовского округа и Центра поддержки материнства «Мамина помощь». Мы напишем обращение со стороны Общественной палаты и также, я думаю, возможно, мы это еще оформим как депутатский запрос. В перспективе очистные сооружения в Покровском реконструируют. Это позволит полностью исключить разлив сточных вод. А значит, у многодетных семей появится шанс построить здесь дома. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».